Визит столичного гостя связан с более плотным изучением опыта работы нашего региона в сфере подготовки и проведения выборов разного уровня, а также участие в них общественных наблюдателей. Здесь выходят и серьезные монографии о политических электоральных процессах. Нас в ассоциации очень заинтересовала недавно вышедшая книга о дистанционном электронном голосовании. Тоже намерены обсудить с автором и с коллегами, как они видят эту новую форму голосования. На встрече обсудили подготовку к предстоящим выборам в сентябре. Так, в единый день голосования проведут несколько муниципальных избирательных кампаний. Как отметил Александр Брод, они станут серьезной проверкой умений политических партий работать с населением на местах.